Гепард. Самое быстрое сухопутное животное в мире. Но чтобы поймать добычу, он должен быть еще и умным. Эта самка медленно и бесшумно преследует свою добычу, а потом резко бросается на нее. Короткими рывками она достигает скорости в 120 км в час. Она легко может добраться до цели, продолжая бег. И затем все вдруг заканчивается. Но обедать еще рано. Потому что пока самка гепарда набирала скорость, за ней наблюдал другой умный хищник. Пятнистая гиена. Гепард устал и не может противиться гиене. Позволив гепарду сделать всю работу, гиена легко отбирает добычу. Будто отнимает конфету у ребенка. Но гиена здесь не единственный жулик. Гепард все еще слишком близко. Гиена прогоняет эту самку прочь. Это большая ошибка. Пока гиена отвернулась, главный хитрец действовал. Оказывается, импала лишь притворялась мертвой. Гиена не может поймать ее, а самка гепарда слишком устала, чтобы бежать. В этот раз победа осталась за добычей.